Всем привет! Зима никак не хочет приходить, но осень уже такая конкретная. Сегодня уже ноябрь, и мы опять на карьере. И на лодке у нас уже висит 3-киловаттный мотор. Теперь он выглядит вот так. Переделал я в такой облик, как киловаттный. Но только он чуть-чуть побольше, за счет того, что здесь установлено охлаждение, намотана трубка медная и контроллер побольше. Вот, пришел мне винт. Винт от мотора Honda BF5 четырехтактного. Бензинового. Сейчас мы его испытаем, как с ним поедет. И самое главное, что пришли мне аккумуляторы. Теперь у меня здесь уже 4 аккумулятора таких. Причем новая БМС-ка рассчитана на отдачу 25 ампер. То есть в сумме я могу здесь получить с них 45 ампер, а мне надо 43. Ну, плюс-минус небольшой запас. Вот программка наша любимая Navionix, скорость в километрах в час. Еще 2 небольших лайфхака, брусочки для того, чтобы убрать торможение трансом. Ну что, погнали посмотрим. На моторе стоит новая трансмиссия, поэтому звук немного другой. Теперь она потише стала. Итак, 9, 10, 11, 12, 13. Вышли на глиссер. 15,8, 16, 17, 17,6 километров, 17,7, 17,8. При этом ток потребления 52 ампера. О, уже берег совсем рядом. Разворот. Ампер и 16,6 километров в час. О, по волне пошел. Ну, в общем, Honda валит. Судя по показаниям амперметра, 53 ампера. Это значит, мотор при 80 вольтов, 4 киловатта сейчас потребляет, загружен полностью. Идем 17, 17,1. Блин, карьер становится маленький на такой скорости. 17,6, 17,7, 18,2, 18,3, 18,4. Едем нормально. Сегодня туман, а поэтому как бы горцевать особо тут не стоит. Можно впечататься. Ну, хотя в принципе здесь берега сразу идут четырехметровые. Четырехметровая глубина. Но все равно. Но мотор поехал. На тех двух аккумуляторах он у меня ехал 15,5. Так, а режим у нас включен. Ага, это вторая. А ну-ка, жахнем full power. Сделал немного поудобнее. Это провода дубовые, жесткие. Уже холодно. И не лежат нормально на боксе с аккумуляторами. Итак,
еще разок. Взлетный режим, так сказать. 16, 17,5, 18,1, 18,5, 18,7, 18,8. Дальше, походу, уже надо трубу менять на ноге. 18,5. 3,7 киловатта потребления. У меня здесь батареек получается 4 по 10 и 4 ампер часа и по 30-36 вольт. Где-то 1,2-1,5 киловатта батареек. Значит, мне хватит на полчаса с такой скоростью. Но как бы я и не ставил задачу дальних походов на нем. Задача была провести эксперимент. И я считаю, что в принципе он удачный. 3-киловаттный мотор и 4 батарейки с AliExpress. Лодку 2,90. Вполне свободно выводит на глиссер. А, ну забыл упомянуть винтик от Honda. Вот этот самовар не делит. Погода шикарная, ноябрь. Охлаждения я не встречал, потому что на улице и так немногим плюс. Круиз. И вот так он отключается. То есть газу дал, кнопочку нажал, и дальше он будет ехать как тебе надо. Так, а давайте проверим динамику разгона. Все-таки в мой вес. Если будет человек полегче, мне кажется, двадцаточка запросто. 3,5 киловатт-часа. Да, есть небольшая пробуксовочка винта. А давайте посмотрим теперь, какой ток он будет потреблять на разгоне. 1 километр в час. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 8, 12, 12, 3, 12, 5. Так, я чуть в берег не уехал. Смотрю на приборы. Вот здесь где-то мелко. Заново. 11. 10.
спросить. Туман, не видно нифига берегов. 18 и 3. Ну, в общем, жрет он на постоянку. 18,3 на крейсере. Блин, как быстро берег приближается. Ну, а теперь в режиме эконом. Ну, моторчик нагрелся. В режиме эконом первая скорость 30% мощности. Смотрим потребление. Если ехать 5 километров в час, сколько будет потреблять? Так, скорость 6,7. 700 ватт. Какой прожорливый мотор, на нем так на глистере ездить. 5,3 километра в час, 300 ватт. 4 ампера, 72 вольта. Как обычный любой электромотор. 300-350. Но здесь точную настройку не сделаешь. Здесь очень чувствительная ручка газа. Но в отличие от заводских моторов, на этом моторе я могу сделать вот так. Нормальный этот винт. Винт хороший, для электричек пойдет. VF5. 53 ампера, 13, 14, 15. Волна хорошая от него. Ну все, будем заканчивать. Результаты теста. Потратили мы 963 ватта. Ватт-часа. Катались мы, не знаю сколько времени тут. Проехали 1,5 километра. Ну, с приложением я еще без него катался. Максимальная скорость 18,9 километров в час. Размер лодки 2,90. Мой вес вместе с одеждой и всяким барахлом, наверное, 110 килограмм. Да, это к слову, если кто-то будет говорить, что посадил ребенка там, то все, нет. Я сам езжу на ней, вешаю 100 с небольшим килограмм. Вот, мотор киловаттный с AliExpress, 3-киловаттный с AliExpress. Аккумуляторы 4 штуки, 36 вольт, 10,4 ампер часа, 20-25 ампер на отдачу. Контроллер с мотором шел. Нога от газонокосилки карверовская, от мотора газонокосилки. Винт Honda BF5, тоже с AliExpress, алюминиевый, шаг 7,5, диаметр тоже, по-моему, 7,5. Вот, и все это вместе, в принципе, едет. Ну, если взять, конечно, аккумуляторы побольше,
коих сейчас великое множество, то можно на таком, в таком режиме довольно долго ехать. Потребляет это все 3 киловатта в час. Вес аккумуляторов каждый около 2 килограмм, ну, вместе с коробкой, ну, чуть меньше 10. Ну и по цене всей этой сборки, наверное, в районе бензинового мотора, способного на такое же. Электричество вплотную подбирается к бензину. Вопрос остался за аккумуляторами. Был бы аккумулятор хотя бы на час, на полтора, вполне можно было менять уже бензиновые моторы на электрические. Винт Honda BF5 выигрывает у Yamaha. Yamaha разогнала эту лодку до 15, а Honda 18,9. Все, до новых встреч. Если будет интересно, пишите вопрос в комментарии. Могу снять обзор на конструкцию вот этого нового мотора, как сделана новая трансмиссия, как сделано охлаждение. Дальше будем работать над лодкой, как сделать так, чтобы разогнать ее еще быстрее.